Не выполнив обязательств по оплате за использование чужого жилья, молодой человек, уже имеющий криминальный опыт, похитил всю бытовую технику хозяев и тут же сдал ее в ломбард. За доставку к месту сбыта рассчитался с таксистом частью краденого. Фигурант уголовного дела по тяжкой статье арестован. За что задержан? За кражу ноутбука в Серпуховске. Где похищенное? Продал в ломбард. На чей паспорт? На девушке. Раскаиваешься в содеянном? Да.